Друзья, кратко про отель. Отель на самом деле с большой территорией, есть всевозможные зоны, аквапарки, рестораны, а-ля карты, которые работают без записи. Поэтому в целом отельчик неплохой. Единственное, наверное, замечание, самое главное, это то, что он находится не на первой линии, до моря достаточно далековато, надо ехать на автобусе, автобус собирает еще из 3 отелей, и это недолго, но это просто как-то не очень комфортно. Вот, пляж вы вчера видели, пляж, скажем, соу-соу, но в целом, как бы для тех, кто ни разу не был за границей и хотят сэкономить, то, наверное, этот вариант можно выбрать. Во всех остальных случаях, давайте посмотрим следующие отели сегодня, и вы сами сделаете свой выбор.